Алло, привет. Вот у это. Я в 6 часов батя мне позвонил, а вот дома полшесто выехал. Ну, 6 сюда приехал. Ну, приехал на стан. Завел сюда ехать, начал, блядь. Дождь как бы дал. И, короче, да, я назад домой уехал. Вот сейчас все, 9 мы приехали. Нашли к тебе так. Трава видал какая-то в зоне, да? Я Андрей Иванович, что ли, где-то покал же. Байки зашли, да. В Беларуси сейчас должны приехать. Сейчас и по комбайну тоже приедет. Надо туда ехать. Отпереди. Есть. Вроде на 2 часа там дождь тоже что-то стоит. Не знаю, будет, нет. Такая дела. Тут этот обратно наркобарон даже ездит он на машине, да? По полям гоняет коров своих, да. Сегодня, ну, вчера, то есть мы зашли, она вот тут была, то есть скотина, тут где-то часа 4 приехал, тут на машине по полям рассекал, да. Мы выходили, это, я ходил на, это, на десятке, где холодок был. А батя, они ходили там, через дорогу, где дым, были же. Где большая, ну, где лиманы, там трава прям полетели, стоит добрая она. Ее надо, давайте, продербанить где-то. А что совсем потом сюда не залеешь? Такие дела.